Решила помыть подоконник, убрать здесь всю ванную, на подоконнике расставить игрушки. Хочу рассказать вам про вот это вот средство, моющее, чистящее. Оно идеально подходит для всего. Для плиты, для ванны, вот, для пластика. В общем, я мою все вот этим вот, реально этой фирмой. Всем советую, классная штука. Продается в Еве, в Просторе. Ну, я вам серьезно говорю, классная. Так, дальше. Вот эта игра у нас классная была про динозавров. Раскопки, лепки. В общем, она на даче у нас. Доктор. Представляем все обратно. Дальше. Ванюшкины инструменты. Зубной доктор. Тоже уже все рассыпано, все разбросано, пластилина нет. Ну, ладно, полбеды, как говорится. Дальше покупала вот такую игру, будиночек монстров. В общем, она непонятная вообще, ни о чем игра. Правила читала раз 10, но так и не доперла до меня. Что вообще о чем? Ну, игра не очень интересная. Ванины любимые шахматы. Кстати, классный набор. Это Ване дарила бабушка на Новый год. В этом наборе шахматы, шашки и нарды. В общем, набор классный. Дальше. Крокодил. Тоже довольно такая интересная игра. Ну, конечно, не вдвоем, как мы с Ванюшей играем постоянно. Но вчетвером, там, впятером, даже втроем будет интересно, я думаю, деткам поиграть. Так, ну это пазлы. Опять-таки пазлы. Мы до сих пор никак не соберем эту машину. Вообще что-то. 500 штук. Да, никак она не заходит. Дальше, что у нас здесь? Вот самая любимая наша игра лото. Мы с Ванюшей играем практически каждый день. Я вам всегда выиграю. Идеальная игра. У Ванюши там, значит, подмечал свои карточки, которые идут. Проходят, выигрывают постоянно. У него все меченые карточки. Ну, а я играю, как, ну, просто как обычно играю. Так. Хочу расставить здесь все, потому что он, ну, на шифонере неудобно ребенку лезть, доставать. Я так думаю. Дальше. Так, дальше моя косметичка. Здесь у нас зеркало мое, фен. Вот, что хотела рассказать. Покупала я краску для бровей. В общем, она наносится, фирма это Элитан. Вроде наносишь ничего так. Но когда ты ее смываешь, брови, в общем, не накрашены вообще. Вообще. Так, дальше, что у меня здесь? Брасматики. Фене уже все позапутывалось. Вот такой фирмы, это вот эмульсионный у меня, кстати, классный. Вот такой фирмы, ну, это обычный у меня. И вот такой фирмы. Вот. Дальше, помады у меня разные. У меня помады есть и эйвонские. Ну, я такие не люблю. Я люблю вот такие помады, которые с кисточками. У меня их много. Много-много. Там еще есть, в общем. И видите, все практически в одном цвете. Ну, только вот этот у меня светлый. А так я люблю вот цвет, вот так, как сказать вам, ягодный. В общем. Так, что еще здесь у меня? Ну, пенка для умывания. Ну, я ей практически не пользуюсь. Я, ну, обычно водой смываю. Будь здоров, умываюсь. Дальше все закрываем. Это ставим тоже аккуратно на место. Видите, он мне не сходится. Мой чемодан вообще не сходится. Так, полочка моя для волос. Я ее практически раньше не пользовалась. Сейчас начала пользоваться после того, как я перекрасила волосы. Когда я помою, высушусь, то на голове у меня получается ерунда разная. Приходится полочкой вытягиваться. Вот она еще практически новенькая, беленькая. К
кнопочки разные здесь, в общем, выживаю режимчики. Ну, как бы она не очень дорогая, но я ей довольна, как бы. А для домашнего пользования, я думаю, ну, будет идеально в самый раз. Вот, теперь пришли мы на Ванин столик. Сейчас будем все это выбрасывать, половину перебирать, убирать. Потому что ребенку играться негде, он играется на полу. Мам, можно сейчас второй этаж скинуть? Забирай свою лего, лего, лего. Так, так начнем. Я взяла пакет для мусора, потому что здесь... У меня там нет мусора, мама. Мусора полно. Какого мусора? Он не знаю, в общем, что делать с этим колобком. Я его, наверное, выкину. Но он реально, ну что, оно засохло. Ну вот видите, чубчик этот весь, он оторвался, сухой. Как бы он не нужен, этот колобок. Ты что, его полностью? А зачем он нужен? Ну, он красоты встает. Ну, на, держи, подержи его тогда, ладно, куда-нибудь. Так, это ваниные пластилины поделки надо убрать. Бумажки всякие. В общем, мусора здесь хватает. Тут плесень. Да, это выкинуть, да, говорю, надо. Да, да. Он как сюда? Бумажки... Да, выбрасывай его колобком. В общем, вот так вот день-два не полил, все, про колобка там можно забыть, потому что он засох. Как-то так. Ох, тут даже не знаешь, с чего начать. Нужно переставить вот эти танки сейчас. Вот эти танки ванюшкины. Кстати, вот эта вот игрушка. Там мы в эпицентре покупали, там, где игры у нас есть, отдел. И вот эти вот, с вот этих вот кружочков, пластмассочек маленьких, вот видите, они снимаются. Вот с таких вот деталей можно построить все. Я вам сейчас инструкцию покажу. Вот их нужно прибрать, наверное, на подоконник, потому что здесь им места нет. Вот. Вот такая вот эта фирма, вот эти вот детальки. Они разные есть. Вот сейчас. Вот, видите, там есть и кружочки, и цветочки. В общем, не только такие вот, как у нас. Ну, в общем, детальки, извиняюсь, разные. Даже типа вольерки маленькие. Так, продолжаем. Выбрасывание мусора, танки мы убрали. Теперь опять эти сквиши, опять это вот все здесь. В общем, пилочка моя тут, которая, ну, как обычно, я буду искать. Так, это детальку надо. Сейчас я возьму ящик наш. Где наш ящичек? Ящик наш, куда у нас? Там все убрано. Складываются наши. Я его, конечно, год назад убирал. Машинки. Потому что здесь доставлено все, что нужно. Так. Половину игрушек мы пораздавали. До половины осталось. Еще понаходилось, в общем. Там еще в одной комнате игр много у нас очень. Я не знаю, куда это все девать. Честно, не знаю. Настольных очень много. Да, вот, и отвертки мини, короче, в общем. Меня отвертки оставляй. Это баночка у него вообще, здесь самые маленькие крошечки такие лежат. Людей вот полно от этого лего. Мама! Вот этот слон, господи. Я людей никак запихал туда, потому что они себя плохо вели. Никак не выкинешь мусор весь. Так, ну вот, мы поубирали на этом столике, теперь ребенку будет где играться. Поехали дальше. Так, мы с Ванюшкой сели, делаем математику, но уже практически доделали. Осталась последняя задача и последние примеры. Видите, мы на деление, на умножение на 6 решаем. Вот. После математики перейдем на письмо. Вот две задачки, примеры решили, немножко хочет отдохнуть, но пускай отдыхает. Здесь, как обычно, у нас тетради Ольга Викторовна наша, ну, это у всех. Дина черкает, Дина пишет. Пиши самостоятельно, я ему помогаю, потому что когда устает. Ну, в общем, работаем, учимся дальше. Ну что, я уже постирала, уроки мы еще не доделали. Осталось у нас письмо. Сейчас постирала, хочу развесить белье. Тут немножко, правда, вещей у меня. На рынок я так и не сходила за семенами. Так. Сейчас, one moment. Так и не сходила.
Потому что было некогда. Я как начала заниматься уборками, и все. Как понеслось, как поехала. Ну, только ребенка он пообедала. И дальше сейчас будем продолжать заниматься уроками. Потом еще в магазин сбегать надо. Ну, в общем, работы как каждодневной выше крыши. Завтра уже все, завтра будем заниматься рассадой. Потому что после выходных всегда много работы. Я думаю, что завтра буду немного свободнее. Вот такие дела. У нас уже вечер, 4 часа дня. Ну, уже как вечер. 4 часа уже. Вот, вышла на балкончик, сюда гуляют люди. Я тоже выйду попозже. Сейчас мы как письмо доделаем и пойду. Так что, в общем, работа, работа, еще раз работа. Целыми днями одно и то же. Одно и то же, еще не приседала, не лежала, в общем, ничего. Так что будем на сегодня мы прощаться тогда. До завтра тогда. Всем пока-пока.